Наш главный враг – это и религиозные конфликты, терроризм, борьба наркоторговли. Новости из Таджикистана не так уж часто попадают в ленты ведущих информационных агентств мира. Однако известия об таджикском офицере, переметнувшемся в стан террористов, были помещены на всех русскоязычных информресурсах, а также части мировых. А между тем, на президентском сайте удалены совместные фотографии полковника как с Рахмоном-старшим, так и с Рахмоном-младшим, который, как считают некоторые эксперты, и являлся его покровителем во властных структурах. Как повлияет поступок таджикского полковника на те программы подготовки, которые он прошел в России и США? И как скажется данный инцидент на доверии спецслужб мира к силовым структурам? Милад не смешивает. Давлат порча-порча смешивает.